Всем привет, друзья! Сегодня мы будем, знаете что, нюхать триптофан. Что такое триптофан? Триптофан — это антидепрессант, но показания к применению он назначен как коррекция расстройств сна, связанных с нарушением засыпания, алкогольной и наркотической зависимости. Но с этим показанием я не могу согласиться. Есть разные показания, но триптофан в основном реально как антидепрессант присутствует, и он очень хорошо помогает в этом плане, только если у вас нет суицидальных мыслей. Триптофан увеличивает суицидальные мысли, поэтому не употребляйте триптофан, если у вас есть суицидальные мысли. Что мы будем делать? Мы будем брать триптофан. Не смотрите на мои пальцы, я просто только что рисовала, и поэтому они такие стрёмные. Не обращайте внимания. Берем таблеточку. Берем еще одну таблеточку. Так, где мы? Не знаю, где моя карточка. Я попробую тогда захерачить. А, сама эта штука. Как это выглядит сейчас? Что ж, дорогие друзья, не знаю, что сейчас будет, но надеюсь, все будет хорошо. Очень кисленько на вкус. Я думаю, пока хватит. Я сейчас пока остановлю немного запись, наверное. И подожду эффекта, хоть какого-то, потому что пока, все нормально, просто что в носу не очень приятно, и потому как в прошлый раз, в прошлом опыте с пироцетамом, я сначала тоже ничего не почувствовала, но потом через минут 15 я почувствовала больше ощущений, поэтому я думаю, что нужно подождать хотя бы минут 15, вот. Да, пока ждем. В общем, прошло минут 18. За эти минут 18 я словила небольшой такой прикольный эффект. Мне стало очень залипательно и очень прикольно. Очень интересно и до сих пор интересно. Так интересно, что
Я занюхнула еще, потому что было прикольно и до сих пор прикольно. Вот. И я думаю, что эффект просто быстрее происходит. Но на самом деле, когда дистриптофан нужно есть, ну, таблеток 5, чтобы нормальный такой эффект был. Короче, так, сейчас, сек. В общем, просто думаю, что эффект просто быстрее наступает, но в целом триптофан действует одинаково, как когда и едите внутрь, так и когда нюхаете. Ну, наверное, нюхать не стоит. Нужно просто брать и кушать это, потому что, ну, если он так предназначен, то так и нужно есть по предназначению. В общем, в целом прикольно. Мне понравилось. Мне понравилось. Ставьте лайк, подписку, идите, ешьте, употребляйте триптофан. Всем доброго дня.